Ух, я опять Левкиной школы. Что-то Лева себя плохо чувствует. Блин, я вам все показывала, я вам все показывала. Что вам еще показать? Конструкция санитайзера. У нас тоже такие конструкторы были, только с круглыми дырочками, помните? Да, это какая-то штука, чтобы санитайзер держать и санитайзером. А я что пришла? Да, Лёва себя плохо чувствует, просит забрать. А мне нужно с Настей на свадьбу ехать. Вот он, засранчик. Ну что с тобой опять? Растущий организм. Я узнала, кто твой канцлер. Я молодец? Ух ты, Настя, какая лампа у тебя. Потрясающая, да? Подружки. Одна. Конечно, по фону. Ну, я смотрела, не нашла пока. Нужен черный. Я, вернее, либо черный? Черный, либо белый, да. Я белый нашла, но у нее крепление другое. Очень красиво. Еще креплениями разбираться, да? Нет, просто вот увидь его и запомни, какой тебе надо. А-а-а. Ну, сфотографируй, ты же, блядь, фотограф. Настя, что у нас сегодня за свадьба-то? Сегодня? Слушай, ну, мне кажется, даже там будет какая-то симпатичная. Правда, меня смущает, что это понедельник. Мне кажется, они неадекватные. Ну, может, день какой-то. А? Чем? Коламбас Дэй. Коламбас Дэй, но школы-то работают. Все равно, в принципе, это же не выходной день, нет? Ну вот, у Насти выходной. У Насти всегда понедельник выходной. Ну, это да, но у меня и завтра выходной. Потому что Коламбас Дэй. Я вообще против Коламбас Дэй, мне кажется. Я тоже. Мне кажется, он такой паршивый был персонаж, конечно. Ну, в смысле, он приплыл и вырезал тут все коренное население почти. Ну, не тут чуть-чуть, но без разницы. Ну. Что, ты очищаешь, да? Ага. Нет, я загружаю на сайт. Еще 1500 осталось и все. А, к ним туда? Уже. Видишь, сколько памяти на компьютере? 2 гигабайта. Я вот так вот, перед то, что перегрузилась, я беру, сразу удаляю, чтобы другие... Боже, я столько наслышана об этом месте, а я тут не была. Очень красиво. Что, ты, Настя, влог снимаешь, да? Обалдеть. Я тоже. Как снять-то? Красота такая. Вообще красота. А, Настя, мы сейчас не прозеваем, я боюсь. Вот здесь стоит жених. Какие все молоденькие. Очень красиво. Это людей нет, да? Красиво. Там свадьба, смотри, вон стулья стоит. Да, да. Конечно, не обхватить все. Водопад. Там будут сидеть, и гости не знают. Водопад включается, круто. Вот здесь будет свадьба, а туалет подойдет. Так. Главное, чтобы он не повернулся. Жених. Сейчас невеста оттуда пойдет. А как пойдет невеста, смотрите у меня в влоге. Мы в таком красивом месте находимся. И мы уже устали. Можно? Можно. Покажу место. Даже лень повернуться. Вот красота. Потому что еще работать. Откуда водопад будет? Откуда водопад включится, когда они... А, вон, они поженятся и включится водопад. И все должны охренеть. Да. Но мне кажется, тут публику уже ничем не удивишь. Честно говоря, они такие тяжелые на эмоции. Вообще. И я очень беспокоюсь за детей. Вот здесь вот обрыв в воду. Чтобы не пришлось нам тут еще спасать. А я же, знаешь, я же первой кинусь. Ты меня знаешь. Нет. Нет. Чтобы в газетах про нас писали, нужно фото с фотоаппаратом. Ты хочешь, чтобы тебя в газету писали? Ну ладно, писали? С ней можно прыгать. Да. Это вообще ферма, как-то не помню, как она называется, но сюда ездит, здесь купаются все летом. И с какой-то, откуда-то прыгают с какой-то скалы. У меня лев сюда съездил к СиДжей на день рождения. А, вон там он, да? И, короче, они где-то прыгают высоко. Лев у меня отсюда 2 года, наверное, да, у СиДжей назад день рождения было, они прыгали, и он приехал, он весь, ноги у него царапанные, а камни были, спина. Ну, было весело, говорит. А, посмотрите-ка. Музыка вдруг горит.
Ну и что делать? Сидел, да хайрил. Пойдем дальше посмотрим, там еще. Да, на улице. Это дорого. Ну, дом батька богатый, что? Невесте 20. Мне было 19, когда я замуж выходила. И че? И че? Apple Cider, Sweet Tea, Water. Это позапрошлое, да, Настя свадьба? Да, ну там такая. Которая в жилетке у меня была своей. Да, в моей жилетке. Крека, крека и... Дэмия. Дэмия. Да, хорошая свадьба. Это Брайан уже сделал видео, да? Да, да. Короче, свадьба, походу, идет к концу. Уезжает бабушка. Молодые идут, молодые идут. Так и льется, так и льется. Место классное, но ребята такие то ли безэмоциональные, то ли чё, вообще нет. Такая первый раз. Настя тоже говорит, ну вот как-то, как будто им всем не интересно они. Не они молодые друг другу, не родственникам. Безэмоционально, вообще ноль эмоций. Прям даже, ну как-то прям обидно, блин, столько, такое место классное, так, такая свадьба могла быть. Прям немножко лишь не по себе. It could have been a lot worse. And it's good. Настя, все, домой, всего-то. Быстро прилетел. На час раньше домой. На час раньше. Время 9:30. Это приятно всегда. Это прям как будто чаевые. Ну и чаевые были. Сейчас еще есть возможность притырить яблочек и притырить тыквочек. Ай да, Наська, бегом! Бегом, пакуй, блядь, заткрой, не дри. А где яблоки-то, Наська? Все погнило. Все погнило? Да. Яблоневом саду, а яблок-то и нет. Яблоки-то все гнилые. Одну нашла. Да? Ну, подожди, хоть от... Ну, кто? Блядь, кто? Там медведь может. Настя, а если там медведь? Яблоки собирает тоже. Яблоком кидает, гнилым. Нашла одно яблоко. Кто там? Ну, что-то происходит, да? Да. Это машины. Машины. Настя, а где яблоки-то? Может, потрусить? Да когда упадет? Нет, все, уже погнили. Нет, у меня все яблоко. Нет, у меня новое яблоко, все. Валим. Витька мне звонит. Подождеть. Яблоки пизжу. Вот они. Красивые. Оп, оп. 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 Витька, я три яблока урвала. Свет гаси. Фары гаси, как будто у нас нет. Нет, не гаси. Чё, света нет? Как, блядь, выключите всё. Да они сейчас нас не увидят. Он не выключается. Аварийку надо включить. У нас какая-то беда. Подожди. Там никого нет. А чё света не включается, Настя? Какое-то палево какое-то у меня. Фотографы яблоки. Включи фары-то, Настя. Не видно, куда едешь-то дорогу. О. Арит, что ты суету навела? Давай ещё. Давай. Ой, хоть какое-то веселье сегодняшним днем. Блядь, вообще никаких эмоций. Пропусти машину. Вот. Никаких эмоций, да, Настя? Да. Ну, свадьба, конечно. Может, подсолнухов тебе не надо? Подсолнухов? А где подсолнухи? Ну, там, блядь, там для хозяйки. Да вон тыкву, давай лучше тыкву тырнем, да поедем. Слушай, это ж точно, нужно тыкву взять. Вот она, гнилая уже. Все погнило, посмотри, вон они валяются, гнилые уже. Что бы они без нас делали? Вон зеленая, красиво. Сзади машин нет, Наська. Да, мать, блядь. Тип,
Машина едет. Стой. Аварийку включи. Я просто ищу, куда ехать. Я просто не знаю, где дом. Почему на мне ветка какая-то? Сейчас. А где тыква-то, Настя? Они грязные такие, Рит. Так а что делать, Настя? Смотри, прекрасная тыква. Она была бездомная. Мы ее приютили. А я зеленая, у меня нет зеленой тыквы. Классная тыква, кстати. По газам, Настюх. Рит, тут есть да. еще, смотрите. Ну, она грязная. Как и наши дела. О, да. Осторожно, едет машина. Ну ладно, все, конец.